Воркаут – гэта вулічная гімнастыка, заснаваная на развіцці сілы і трываласці праз выкананні разнастайных практыкаванняў і трюках на турніках, брусах і проста на зямлі. У савецкія часы амаль кожны хлопец мог прадэманстраваць такія ўменні ў сваім двары. Задача сённяшняга часу – вернуць гэтаму спорту былую папулярнасць. Основная особенность воркаута – это его доступность. То, что им может заниматься абсолютно любой человек с любым уровнем подготовки абсолютно бесплатно, независимо от того, в каком месте он находится. То есть одел, что есть, пошел на брусья, на турники в любое время, как бы открыто все. Не надо тратить деньги на какие-то абонементы. Мы все не профессиональные спортсмены, мы все начинали заниматься на улице сами по себе. Люди в большинстве случаев, ну как бы они не развиваются, они занимаются просто, не знаю, за компьютерами сидят дома, телевизор смотрят, вы ничего не делают. Лучше всего, конечно, выйти на турники, покачаться, порастягиваться, кроссики побегать. Кто любит экстремальные виды спорта, там, фриран, трикинг, паркур, там, воркаут, то они могут, конечно, ну, выбрать для себя это направление и двигаться в нем. Воркаут – спорт сапраўды для ўсіх і кожнага, і дзяўчына не выключэнне. Лізавета Прылуцкая, напрыклад, у воркауце ўсяго год, але ўжо шмат чаго умее. Кто-то может подумать, что воркаут не совсем для девушек, но на самом деле воркаут не портит внешний вид девушки, а наоборот его улучшает. Тело становится подтянутым, стройным. У нас занимаются достаточно девушек, мы вместе выступаем и развиваемся. Майстар-класы ад спартсменаў і вясёлыя конкурсы на фізпадрыхтоўку і трываласць. Усё гэта падарыла гледачам безліч эмоцый, а хтосьці нават захваціўся таксама займацца воркаутам. Очень понравился воркаут. Я бы хотела научиться так, как они. Немного занимаюсь, умею подтягиваться 7 раз. И умею на турнике переворачиваться и немного попрыгивать. Но хотелось бы поучиться так, как они делать. Я впервые узнала, что такое воркаут, и мне очень сильно понравилось. Я даже очень сильно хочу, чтобы у меня мальчики во дворе этим занимались. И, честно говоря, это произвело на меня очень большое впечатление. Республиканский тур по воркауте проходит при поддержке администрации президента и Министерства спорта и туризма. Об том, что этот спорт имеет великие перспективы, свечит и заявление по всей Украине сучасных воркаут-пляцовок. Основная цель этого тура – вывести максимальное количество молодежи на турники, чтобы приобщить их к спорту, к здоровому образу жизни. Вот. А также мы хотим сформировать республиканский корпус инструкторов, поставить инструктора в каждом городе, чтобы он проводил бесплатные тренировки как бы для всех желающих. У межах тура воркаутеры плануют наведать еще несколько городов Брэшчыны, у лику яких и Вацевичи, Бяроза, Кобрын, Пинск, Брест и Лунинец. Алена Ракуц, Евгения Мороз, Юрий Титов, телерадиокомпания «Брест».